Словно в самый левый. Да блин, меня убили. Я поддался. Ну вот, Дима приехал. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Васаби, Форум. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Всем привет! Всем привет! Тысячу лет не было на моем канале игры Roblox, и сегодня у нас обновленный режим Scary Elevator. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, пацаны, у кого сколько выживаний? Идемте возьмем всяких приколюхах. У меня, знаете, сколько выживаний? У меня 270 с чем-то выживания. 278. 278. Да. Ого. У меня 60. Но так, я возьму себе, знаете что, я возьму себе башмаки выживания. Ой, башмаки выживания, башмаки скорости. А вы что будете брать? Я ничего. А что еще можно взять? Тут можно взять такую штуку, чтобы жизни себе пополнять? Во. Да, аптечка. Во, три аптечки. А я вещи тут не могу, да, сбрасывать? Раньше можно было вещи сбрасывать и давать своим подписчикам. Ну что, пацаны, смотрите теперь, какой я быстрый. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень классное и веселое. Ну что, давайте будем угадывать этажи. Я думаю, что сейчас будет этаж Хаги-Ваги. А, нет, не угадал. Я, не я специально не угадал. Настроение отличное. Так, побежали. Чаки, монетки. Как вы думаете, что эти монетки дают? За эти деньги можно покупать. Да? Да. Ой, Чаки уже бегает. Появилась. Так, ребятушки, ну что? Начинается веселье. О, я могу сбежать. Я сбежал. Класс. Там есть? Да-да-да, сразу как заходите, влево идете, можно сбежать. Музычка такая, знаете, энергично играет. Ну что, первый этаж мы прожили, это было эпично. Теперь давайте второй. Я думаю, что сейчас будет... Барн. Ты же написала, я уже сказал. Ну, конечно. Я же такие угадываю, вы что, не знали? Кстати, это те челепиздоки, которые я не знаю. Вы знаете про них что-то? Это вроде кожаное лицо, разве нет? Да. Кожаная морда? Не. Да, это кожаное лицо. Он меня сейчас убьет. Я сбежал. А-ха-ха, вообще класс. Ребята, ну что, это вообще наизично. Очень легко. Ну что, идемте дальше. Чего-то бояться. Выживаем он дальше. Меня бьет. Да? А у вас нету, да, этих башмаков скорости? Же, ни у кого? Нету. У меня есть вещи, ну, которые я... А сколько у тебя выживаний? У меня 62. Да. Нифига себе, ты псих. Ага. Давайте еще раз бежим. Я на водопроводную башню. Мы тут на водопроводную башню. Водопроводную башню. Блин, у тебя встречи все четко, как и у меня. А где ты челепиздок застрял? Вы видели, здесь добавили еще скины новые, на человека так прям похоже, не кубические? Ну что, я затащил. И васаби затащил, и кто-то там еще. Да мы все затащили. Да? Нет, форму... Да. Молодцы. Молодцы. Я лох. Да. Нет, кто умрет на этом риске, лох. Ну давайте, ребята, проверим, кто из нас лох. Нет, так они сбегают. Вы же да я буду сбегать. О, мир Майнкрафт. Майнкрафт — моя жизнь. Так. А я буду монетки собирать, так как у меня есть скорость. Мы не теряемся. Лично, у меня уже скоро будет миллион монет. Миллионер в Роблоксе. Короче, мы договорились, что без бегания, да? Чисто так выживать. Да. Хорошо. Ну вы же понимаете, что из-за башмаков я не проиграю. Или можешь. Так, я запрыгиваю наверх. Это мой дом. О, я в хате. А, двери не открываются. Они через них можно проходить просто. Ну что, где вы, пацаны? Я на дереве. Доме. О, вот, а, вот Дима, ты пробегаешь. Да. Блин, ну это было легко. Ладно, давайте перенесем это правило на следующий левел у нас. Ага, пока мисс кто-то не умрет. А ну, бэкрумс. Ты бэкрумс хочешь? Ну давайте бэкрумс. Или давайте сиреноголовый же может быть. Или хагиваги. Монастыри. Что это за монастырь у нас? Монахи не может. Блин, классно обновили режим. Прям куча всего добавили. Угу. Кстати, эти этажи, которые я ни разу не играл еще, это новое что-то? А, он такой маленький? Так что... Нет, вот. Маленький, расскажешь. А, ой. Отлично. Это реально монахиня, я угадал. Так, а где? А вот, вижу. Мочатся кресты здесь у нас. Как всегда, все весело. Все, ты лох.
Да, я знаю. Эй, меня сейчас тоже убьют. А у меня аптечка есть, если что, я полекаюсь. Ой, я жизни пополнил, у меня теперь две аптечки. Так, еще раз полякаемся. Все, у меня полная жизнь. Блин, офигенная тема аптечки, мне очень нравится. Ну что, затащили вообще наизично. Да. Что, пацаны, я вижу васаби, да, выжил, а все остальные поумирали? Я тоже выжил, Я проверял, Все красиво. Не ссы, Вася. Блин, Roblox офигенная игрушка. Чего я раньше не записывал? Забыл про эту игру, поэтому, ребята, можете написать в комментариях, какую следующую игру нам записать. Что будет больше всего написано, то и пойдем записывать. Даже если GTA 5 будете писать, я пойду GTA 5 записывать. Скорее всего, его никто не напишет. Или Гарри Смотрим сюда будет. Я напишу, Дима. Но один комментарий не сработает. Я напишу. Ну что? Смотрите, напишет очень много хороших людей. И комментарии о GTA 5. Это будет прикольно. 20 человек напишет, это точно. Так, где эта челепиздриха? А ну-ка, пацаны. Вон, Аннабель. А, я вижу, мочит. Васаби нет. Это не Аннабель, это Чаки. Это Аннабель. Написано было Аннабель. Вот. Ого, она гасит всех. А чё так быстро? Ничем вообще. Потому что она быстро гасит. Она с двух тык, но у нее быстрые они. Так, давайте угадаю Наташ. Я буду думаю, что Бенди будет. А, Broken Down будет. Как всегда, я угадаю. Ну видите, пацаны, профессионал, читать умею. Ой, да. Что это за морда? Ребята, спасибо всем, кто написал про этот режим, что его обновили. Если бы вы не написали, я бы не пошел записывать. Реально написали, Димас, обновили режим, пойди запиши. Его реально круто обновили. Ой, я знаю, где тут сбежать можно, я иду. Сейчас я монетки все поворую. Совсем? Монетки поворую все в хате. Меня замочили. А кто там бегает, мочит? Там какой-то дядька. Там какой-то дядька страшный. Ага, вижу. У него в руках меч или что это у него? Молоток? Это топор. Это косы. Косы. Ого, там звук кишок был. Да вообще. Я с васаби постою здесь. Васаби, прощай. Прощай, васаби. Нет! Да как? Ну вы видели, ему повезло! Да как? Ну ты молодец, профессионал! Блин, настроение, ребята, классно. Надеюсь, вы сейчас смотрите ролик и так само улыбаетесь и ржете без причины, как мы. Да. Люблю поднимать я людям настроение. Так, давайте угадаем этаж. Я думаю, что сейчас будет You Survive. Сейчас будет Фредди Крюгер. Фредди Крюгер, молодец. Ты картинки умеешь уже различать, профессионал. Ой, я сейчас возьму, короче, эту штуку. Я взял ее, не? Я какой-то ключик нашел. Этот ключик, тебе надо сбежать, и мы сможем открыть красную комнату, и там куча приколюх. Открывай, давай, васаби, быстрее. Иди сбегай. Тебе надо сбежать. Он за мной бежит, пацаны, буду его на вас манить. Эй, не надо. У меня ключ, Дима. Ну ничего, отдавай мне его. Не отдам. Отдавай. Оно мое. Так, надо постоянно двигаться, потому что этот псих может убить всех. Где он? Да он убежал, там убивает. Вот тут какой-то ключик. Что это? Отлично, кого-то убили. Так, я вижу, что все проиграли, кроме меня. Нет. Да я видел ваши никнеймы, я видел. Потроллить вас, пацаны, можно ж немножко? Конечно. Ну вот, троллим. Зона 51? Да, там инопришельцы. Инопришеленцы? Да. Воу. Кстати, это тоже новый плейс. Ну вот не было этого всего. Офигеть, да они тут орут? Дим, знаешь, мы ведь на этой карте в Гаррис Моде когда-то записывали. Да, я вспомнил. Я вспомнил, да, есть такая карта. Там еще ты появляешься вверху, типа, и падаешь в туннель, да, сюда? Да, ребята, лайк или плюсик, кто понял, о чем мы говорим, кто помнит эту карту в Гаррис Моде. Уже в Гаррис Моде потом запишем как-то, будет прикольно. Давай. Сделаем, я короче, бежал. Надо какой-то откачать нам молоток, типа, чтобы псих с молотком бегал, гатил всех. Им теперь вам надо сбежать, потому что я уже сбежал. А где ты, а где тут эта сбегалка находится? А там заспавна в самый лев. А! Да блин, меня убили, я поддался. Ну вот, Дима, поддался. Так, ладно, я пойду себе еще возьму аптечки, потому что аптечка офигенная тема. Плохо, что не могу вам сбрасывать эти все приколюхи, предметы. Да ничего, тут и круче. Три аптечки сразу. А нет, а выкручи меня. Давай, Дим, пошли открывать комнату. А где ты? А я вот... Иду, я понял, где эта комната. Ну что, давай.
Скелетон. Красная комната, давай. О, что вы будете брать? Тут шарики, чтобы высоко прыгать? А что возьму? Я к вам хочу. Бери все, я тоже все беру. У меня еще один крюш. Стой, так, подожди, сами, стой. Я к вам хочу. А ну. И что шарики кидают? Я думал, шарик прыгать высоко можно. Ого, с мячом вообще прикольно. Подожди, васаби, не закрывай. А, с мячом высоко прыгать, да, можно? А как выйти теперь? А, вот ты. Алло. Ого, я прыгаю, да ладно. А шарик, давайте с шариком попробуем прыгать. Стойте, стойте. Не, шарики чисто для красоты, да, я так понимаю? Да, идем. Да, стоп, стоп. Иду. Вы уже в лифте? Да. Но нет. мы с васаби. Вот, я иду. Так, угадываю, сейчас будет... Пеннивайз. Бенди. Не, опять монастырь. Монахиня. Да что монахиня. За монахи у нас тут заполонили? Вы с мячом теперь будете реально, да, высоко прыгать? Хочу посмотреть, как вы будете сейчас летать. Мне его нет, он только у васаби. А, видишь? Читер. Только что видишь? Так, мать монахиня, отойдем подальше, потому что это психичка, сейчас будет опять всех гатить. Минус гусанек. А нет, так, нет, ушел телепиздрик. Дима, у меня 0 хп, посмотри назад. Дим, тут есть второй этаж. Да? В смысле? Причем прыгаю и камеру в самый верх, и там второй этаж видно. А как туда попасть? Не знаю. Так, пусть сейчас убьет кого-то. А чувак хорошо убегает, смотрите, ну все, сейчас умрет. Последний удар. А нет, еще жизни есть у него. Живой. Смотри, как гоняет по кругу. Молодец, сразу видно, опытный. Че ты резко так передумал? Думает, не могу загасить, убью других. Ну. Ой-ой-ой, я в лифте не... Отлично. Как всегда, знаете, перед концом смерти. Ага. Можно выживать. Отлично просто, отлично, мне нравится. Так, ну что, давайте нам ФНАФ. Я не знаю, я от фонаря говорю, может. Или Хаги-Ваги. Машина. Лор-машина. А, скорее всего, Бенди машина. Я угадал? Скорее всего. Нет. Да, Бенди машина, да, я же говорил. Я же говорю, что Бенди будет, а вы мне не верили. Не понял. Когда ты говорил? А вы меня не слышали? Да, вот только что. Нет. Ого. Он сильный очень. А чё карта маленькая такая? Потому что. Эй, карта, ты маленькая. Ну, а ну, увеличивайся. О, увеличивай. О, я сбегу. Отлично, я сбежал. Ого, теперь тут на спауне все в этом стиле сделано. В таком желтом. Черно-белый, желтый. Дим, 10 секунд осталось прожить. Я вижу, как вы проигрываете. Пока, Санёк. Я все равно сбежал, я уже выиграл все равно. Вот это он прыгает. 3, 2, 1. Отлично. Это было легко, когда ты знаешь, как избегать, еще есть башмаки скорости. Ага, вообще. Раньше, знаете, какая была фишка? Раньше можно было взять какой-то предмет и на бэкспейс его скинуть, но сейчас уже нельзя этого. И мы так друг другу скидывали башмаки скорости. Алибэй. Алибэй. Лес, по-моему. Anyway? Типа аллея. А, мы сейчас будем падать вниз вроде. О, что за снег? О, новый плейс. Майкл... Как его зовут? Этот, я забыл. Маньяк Джейсон. Нет, Джейсон... А, да. А, нет, Джейсон... Джейсон Вурхис. Вот. Во. Нет, это не Джейсон Вурхис. А кто это? Майкл Джексон. Это кто-то другой. А, Майкл Джексон. Сразу видно, играем с профессионалами. Вообще-то Майкл Джордан. Имя Майкл Джордан. Так. Я на самом верху. О, я ключ нашел. Музычка такая прикольная играет. Так, тут нема, да, как сбежать? Я не вижу из сбегашки. Че так быстро? Дима, я до потолка допрыгал. Так, ну что, давайте угадывать. Я думаю, что сейчас будет сиреноголовый. А, васаби сразу смотрит. А вот и смотри. Брикаут. Кто это такой? Это Брикаут. Аннабель. Это... Аннабель? Да не, Аннабель так и было бы написано. Аннабель. Это SCP маска. Ооо. А я просто Ванга. У кого такая скорость? Кто так быстро бегает? О, монеточка моя. Ну что, кто первый умрет, тот красавчик, да? Ага, только наоборот. Да почему? О, Санёк умер. Нет. Димас, ты бы раньше его на себя забрал. Ну, я специально этого не делал. Спасибо. Обращайся. Хорошо. Так, пацаны. Отлично. Он так бегает как-то очень странно. Как будто обосранно. Так еще с одного раза убивает. Да? Я к нему подходить не буду. Да, и что так легко? Так, вижу васаби и я. Да. А все остальные умерли. Ну, потому что, видишь, он дамажил ваншот. У нас не было этих ботинков или меча. У меня один меч. О, опять?
Да что такое? Он запомнил меня и хочет меня все-таки замочить. Подлец, этакий. Я запомнил, я тебя побью. Я твое лицо запомнил. Я тебя знаю. Я тебя знаю, ты конченый. Спасибо, Димас. Так. Всегда твой... Пошел. Комплименты. Еще раз. Да, мне тоже нравится. И сипет стань. О, за васаби. Я тебе хлеба дам. Есть. Просто сухого, сухарей тебе дам. Красиво он мочит всех. Да, он жесткий. Пойду. О, застрял. Все, застрял. Все, забагался, отлично. Сразу видно, с интеллектом у него не очень хорошо. Ну да, как и у меня. Понятно. Сейчас представьте третий раз. Я вообще пугарнул. Было бы классно. Так, я думаю, что сейчас будет... Сейчас скажу, кто у нас будет сейчас, я думаю. У нас сейчас Эривей. Эривей. Так уже ж было. С ножиком. Они, короче, хотят нас все-таки убить. Снег резко появился. Я на кнопках сижу. Опять кожаное лицо. Кожаная морда. Дай пирожка. Да можно не за мной. Это Майкл Майер, точно. А, Майкл Майерс. Это Майкл Джордан, тебе кажется. Это Майкл Джексон. Лебран Джеймс. Майкл Джексон, это я сказал. Монетки лежат, никто не собирает. Дима, я на кнопках-то в лифте сижу. А я опять умер. Да, можешь посмотреть, пойди. Все, я стою здесь. Вот это у тебя попочка. Так. Тихо. Че, на кнопках нормально сидеть? Ты знаешь, что он может допрыгнуть сюда и убить тебя? Хачбоб. Не может он кто-то допрыгнуть. Не может? Давай здесь сидеть. Я на самое верхнее окно допрыгнул, он... Да ладно, это как-то наполовину читерски, я так думаю. Ну, читербан. Давай тогда к нам. О, у него скин прикольный, смотрите, Poppy Playtime. I'm scared, маска, наверное, какая-то. Я испугался. Так, ну что, давайте новенький нам плейс. О, это опять. О, я помню эту морду. Кстати, такой есть скин в этом, в Гаррис моде. Это вроде из этого. Из Undertale. Ты думаешь? Ну, да, очень похож на Undertale. Ну да, на папайруса морда. Беги, Санёк. Бегу. Он медленный, кстати, ну в ваншоте, очень. Да, походу? Да, мы его обгоняем. Но он очень, хорошо за всеми следует. Смотри, прям в притирку убьёт сейчас, смотрите, всё-таки убьёт. 3, 2, 1, умер. Да вообще. Давай, Бобуса. Да, ни о чём, вообще. Да чё он такой лёгкий? Чё? Вообще легко, да, пацаны, лёгенький? Да, вообще. Легко, легчайший. Так, ну что, давайте всё-таки угадаем. Я думаю, что сейчас будет Фредди Крюгер. Я не знаю, фонаря сказал. Я думал, какой это Фредди. Террор-хотель. Террористический отель. Так, интересно, может что-то новенькое будет? О, это из игры легендарной, я забыл название. А, типа, дочка Грейди или что-то такое. Да, нет, это другая игра, я забыл название. Слендерина? Слендериха. Да, это Слендерина. А где она? Ой, музычка такая эпичненькая играет. Я вообще большого не видеть, но я ее увидел. Ой, упала. Лежит там на полу. Как-то странно, она бегает. Потому что там только башка. Вот эта музычка интересная, такая, знаете. Экшончик. Где? Почему бы здесь не постоять? Здесь самое безопасное время. За углом. Ой, Дима. Ай, блин, фух, я думал, я проиграл. Так, до жизни, а я могу жизни пополнить. Так, никто пополнил все жизни. Все живые, меня практически убило, еще бы счет, я бы проиграл. Ага. Дим, ты планируешь умирать за этот ролик? Дом. Кстати, вы увидели, что я ни разу не... Один раз, да, вроде проиграл или нет? Нет, один раз. Один раз. Ребят, это рекорд. Который красками стреляет. Ого. Да хачбоб. Моя монетка. Моя монетка. Забагал. Я его в лифте забагал. Димас, беги. А я не боюсь. А я вижу, да, забагался. Да, я его забагал. А я прыгаю об стенку, как дебил. А Дима, ты подойди поближе, он разбагается. Хорошо. Неа. Хачбоб. Надо просто выбежать. Тот, кто там стоит, надо ему отойти. А это я. Ну давай в форум, проигрывай. Сейчас тебя убьет. Да. Сейчас тебя убьет. Так, давай. Отлично, заготил. Еще одного убил. Два раза убил. Это было мощно. Я один раз увесил ролик умер. Красавчик. Это не чары, это шара. Шара-вара. Побежала куда-то. А нет, то был игрок. Ого, вы слышите? Что это за сестра Балди, блин, идет, а? А где она? Сзади меня.
Будьте осторожны, моя монетка. Так, Дена, где она, пацаны, инфу? Она вот... Знаете еще какой, ребята, можно режим пойти? Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы пойдем в режим зомби-атак. А, легендарный режим. Да, у меня, кстати, там очень сильно прокачанный. Что-то я забыл, что можно пойти зомбаков погасить. Было бы прикольно, кстати. Ага. Ой, я помню, мы после ролика пошли его стримить. Я помню. Да-да-да, тот стрим... Кстати, тот стрим набрал 40 с чем-то тысяч. Нормально. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А мы еще немножко поиграем.